Состоялась встреча правящего архиерея Клинцовской епархии с учащимися средней общеобразовательной школы номер 3. Епископ Клинцовский и Трубчевский Владимир посетил учебное заведение в рамках сотрудничества епархии и образованного при образовательном учреждении духовно-нравственного центра «Ковчег». Владыку у входа в здание с хлебом соли встречали директор школы Татьяна Харченко, представители городской администрации и добровольцы городского движения «Я выбираю жизнь». В холле учебного заведения Владыке Владимиру была представлена выставка декоративно-прикладного искусства, а также фоторяд «Пробуждение природы». Мы хотим показать своей работой, что у нас очень много прекрасной молодежи, что действительно духовность и нравственность – это те основные краеугольные понятия, которые объединяют и церковь, и светское государство, светское общество. Поэтому мне кажется, что сегодняшняя встреча будет как бы очередным направляющим стимулом и толчком для нашей будущей совместной работы. Затем состоялась встреча правящего архиерея с преподавателями и старшеклассниками школы. Владыка высоко оценил огромную работу, которую проводит педагогический коллектив по духовному воспитанию детей, и ответил на вопросы учащихся. Даже вот 10-11 класс, но они показали себя с очень грамотной стороны, проявив интерес к вопросам, которые не решаются задавать даже взрослые. Поэтому опыт, с которым с нами поделился собственно, Владыка, он является неоценимым, и мы будем как бы его использовать для того, чтобы двигаться вперед и развиваться. В нашей школе это был первый такой пробный разговор и диалог с ним. Многие ученики задавали вопросы. Вопросы были достаточно актуальны в наше время. Вот. Ответы он тоже давал достаточно понятным языком, что облегчает понятие, я думаю, каждому ученику. Мне на самом деле очень понравилась встреча с Владыкой, потому что мы с ним не просто слушали его, а мы с ним общались, мы задавали ему вопросы, которые нас интересуют. Лично для себя я узнала очень много нового, и я теперь буду совершенно по-другому относиться ко многим вещам. Ребята не с поддельным интересом приняли информацию правящего архиерея, поблагодарили его за беседу и в знак благодарности вручили Владыке Владимиру цветы и пасхальное яйцо, выполненное руками детей.